режут лед узором тонким. Катание на коньках – одно из традиционных зимних увлечений самарцев. Каток на площади Славы с момента открытия в 2019 году сразу стал точкой притяжения любителей активного образа жизни. Только в прошлом году этот каток посетили около 40 тысяч человек. На территории площади новогодняя атмосфера, выдержаны в едином стиле павильоны проката с раздевалками и точки питания. Здесь под открытым небом можно согреться горячими напитками и подкрепиться свежей выпечкой. На территории катка одновременно могут находиться до 500 гостей. Каток будет работать до 5 марта ежедневно с 11 до 23 часов, перерыв с 15 до 16 часов, вход бесплатный. Очень уютный каток, красивый, сделан прям все идеально. Музыка повеселее бы еще, ну, вообще красота была. Красивое очень место, атмосфера здесь. Ну, пришли первый раз на каток. Сложно дается, но интересно пытаться учиться. Каток очень хороший, очень нравится и атмосфера красивая. Я сюда хожу с праздничным настроением. Мне нравятся огоньки, мне нравится музыка, мне нравится видеть людей улыбающихся. Я так более-менее танцую, когда я катаюсь, то есть мне это дает драйв какой-то. Это фитнес, мороз дает ощущение такой свежести. Я не устаю, когда катаюсь. И настроение повышается. Это как ребенок учится ходить. Он все равно пойдет. Понимаете? И я учусь кататься. Как могу. Я не собираюсь быть чемпионкой мира. Все. Я катаюсь для себя. Еще одно популярное место для желающих встать на коньки – площадь Куйбышева. Здесь сразу два катка – для массового катания и для игры в хоккей. Есть пункты проката и заточки коньков. Очистка и заливка льда проводятся ежедневно в утренние часы. Обычно на лыжах мы что-то стараемся. Первый раз решили выбраться. Еще музыки бы побольше. Чувство радости, легкости, свободы, как будто Париж в зимней сказке. Ледовые площадки для досуга есть в четырех самарских парках – Дружбы, Победы, 50-летие Октября и самый большой каток в парке Гагарина. Площадка 8000 квадратных метров здесь закольцована и празднично оформлена гирляндами. Всего в Самаре открыто более 120 бесплатных ледовых площадок во всех районах города – на набережной, на территории образовательных учреждений и просто во дворах. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.